Сейчас нет одного поставщика топлива в Абхазии, их несколько. Главенствующую роль в поставке нефтепродуктов играет РН «Роснефть», с которой мы заключили контракты в 2010 году. С 2010 года «Роснефть» ничего плохого в Абхазии не сделала. Компания заплатила в бюджет Абхазии чуть больше миллиарда рублей. И эта работа сегодня продолжается. Появление других участников, да? Мы же открыто разговариваем, правильно? Уйоми, Гуартыла Хамсажилай, подорожник. У нас цены начали расти тогда, когда подорожник еще не продал ни одного литра. И подорожник не может диктовать никому свои условия. На сегодняшний день он завозит 5% от 100% топлива в Абхазию. Самый крупный поставщик – Роснефть, потом Азит, потом Алхан. На самом последнем месте находится подорожник. Вы же хотите знать, услышать от меня, я имею какое-либо отношение к этим заправкам? Нет. И никогда не имел.